Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и со вчерашнего дня, с 3 января 2024 года, появились новые контейнеры под названием «Солидный контейнер», из которого можно со 100% вероятностью забрать себе премиумную либо коллекционную тачку, начиная от 8 и заканчивая 10 уровнем. Ниже восьмерок из этого контейнера ничего не выпадает. Плюс к тому, из этого контейнера, мало того, что вы гарантированно получаете какой-то премиумный либо коллекционный танк, вы получаете себе еще легендарный внешний вид для какой-то из машин. Вы получаете себе в любом случае до 10 контейнеров какого-то определенного вида, типа мистических, бомбических и так далее. Плюс к тому, ребят, вы получаете оттуда дополнительные ништячки типа X3, X4, X5, ну и много-много всего другого. Короче говоря, контейнер действительно наполнен довольно-таки качественно и круто. Стоимость одного контейнера, правда, очень кусается. Если будете брать единоразово оптом за 33 тысячи 3 конта, то, соответственно, 11 тысяч за один контейнер. Ну а если вы будете покупать себе потом штучные предложения, то каждый контейнер обойдется вам в 12,5. Стоит отметить, что если вдруг какая-то машина у вас уже в коллекции есть, то за нее вы в любом случае получаете в том или ином размере компенсацию голдой. Плюс к тому можно получить себе приказы, для выполнения из которых получить дополнительных контов, украшение ангара, и может быть вы еще и получите себе приказ, получив в конце фон профиля, который вы можете обменять на целых 50 тысяч золота. Короче, все действительно очень круто, все действительно очень интересно, но вопрос, ребят, окупаемости. Вопрос окупаемости стоит очень остро, потому что 12,5 тысяч за контейнер — это вроде бы и немало, если выпадет десятка, но десяток там всего лишь 5 штук. При этом девяток тоже 5 штук. Все остальное, ребят, занимают восьмерки. И вот я себе приблизительно прикинул, что если вы будете покупать 3 контейнера, из этих 3 контейнеров вам выпадет 2 восьмерки, которых у вас не было, ну и плюс к тому еще выпадет десятка, которой у вас не было, тогда вы, может быть, плюс-минус находитесь в окупаемости. Если дальше из полученных контейнеров или контейнеров, которые вы получите, выполняя соответствующие приказы, полученные тоже из этого контейнера, вы будете находиться плюс-минус в окупаемости. Если вам еще с этих контейнеров что-то выпадет, то, соответственно, будете находиться в плюсе. Но хобот заключается в том, что если вы получите те восьмерки, которые у вас уже были, вы, соответственно, будете в глубоком минусе. Причем этот минус будет прям очень большим, потому что, грубо говоря, компенсация в 3,5 тысячи золотом за восьмерку, да, отняв это от 12,5 тысяч штучного предложения, получается, что все остальное, что вы забрали из этого контейнера, вы взяли себе за целых 9 тысяч золотом. Для кого будут выгодны данные контейнеры? Я думаю, в первую очередь, для тех ребят, у которых нет в ангаре большого количества машин. То есть, чем меньше танка у вас находится в ангаре в вашей коллекции, тем больше ваши шансы получить танк, которого не было. Ну и, соответственно, тем выше ваши шансы выйти на окупаемость, а возможно, даже еще и в плюс какой-нибудь уйти. Понятное дело, что далеко не каждый может себе позволить открыть данные контейнеры. Я хоть и обладаю запасом золота, но это кровная голда, которую я собирал по крупицам, и я лучше при наличии огромного количества машин в моей коллекции куплю конкретный танк, которого у меня в коллекции нет, и буду ему радоваться, нежели буду играться с судьбой и пытаться достать ту машину, которой у меня нет из предложенного списка. Короче говоря, игры с судьбой не совсем мое. Но слава богу, у меня есть друзья, которые, как я понимаю, неплохо финансово обеспечены, потому что могут позволить себе открыть 3 таких контейнера, и такое видео мне прислали. Поэтому, ребят, давайте посмотрим, что там получилось по результатам там открытия, ну и дальше будем подбивать итоги.
Итак, друзья мои, ну как вы видите, в принципе получилось плюс-минус так, как я и говорил. Если из контейнеров выпадает две восьмерки и одна десятка, то можно сказать, что ты окупился. В целом, десятка, которая стоит, грубо говоря, 1017, ну и плюс еще две восьмерки по 7, пускай 7500, того получается, ну, грубо говоря, там в районе 35 тысяч голды. Ну или даже не 35 тысяч голды, а если быть точным, то 32 тысячи. Ну и плюс где-то что-то там из контейнеров попадало. Короче говоря, давайте все-таки до 35 округлять. При этом всем было потрачено, ребят, больше золота, потому что 33 тысячи стоит набор из 3 штук. Как вы видели, на видео открывались штучные контейнеры. Ну и, соответственно, из-за этого ценник вырос. Ну и суммарно было потрачено более 33 тысяч, а если быть точным, то было потрачено 37,5. И вот здесь вопрос окупаемости, знаете, стоит на вот такой вот шаткой грани между да и нет. С одной стороны, вроде бы и окупаемость, с другой стороны, вроде бы и нет. Короче говоря, вот эта грань, по которой вы будете идти, открывая данные контейнеры, она будет настолько узкой, насколько велика ваша коллекция танков. По имеющейся у меня информации, у автора видео не было ни одного из 3 танков, которые ему выпали. Соответственно, компенсацию он не получал и благодаря этому в какой-то существенный минус не уходил. Я не знаю, как подвести черту под данными контейнерами, рекомендовать их или не рекомендовать. Ну, просто потому что, с одной стороны, они вроде бы и крутые, там действительно 100% есть танки, легендарные внешние виды, приказы, из которых еще, глядишь, что-то тоже выпадет. Ну, а с другой стороны, это целых 12,5 тысяч золотом за один контейнер. Я лично принимаю для себя решение все-таки приобретать контейнеры только в том случае, если они прям совсем какие-нибудь дешманские, или, скажем так, получать эти контейнеры за просмотры трансляции, ну или каким-то другим бесплатным для себя способом. Ну и в дальнейшем планирую действовать по тому же стандартизированному плану, при котором я просто покупаю себе танки на новогодних или летних аукционах, покупаю себе танки непосредственно из магазина. И в таком случае, как я всегда говорю, я уж точно знаю, что я приобретаю. И не хочу приобретать кота в мешке. Если вдруг вы открывали солидные контейнеры и у вас есть чем поделиться, пишите обязательно об этом в комментариях. Если вы за честное мнение автора и честное мнение обо всем, что происходит в игре, пожалуйста, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Потому что нам с вами однозначно по пути. И поверьте, на этом канале вам никто никогда не посоветует приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Я знаю цену каждой золотой монете, и поверьте мне, ни в коем случае не буду рекомендовать вам разбрасываться вашим золотом, ну а уж тем более вашими реальными деньгами. Когда действительно товар стоит того, чтобы его приобретать, и он действительно принесет вам радость и принесет вам позитивные эмоции, я всегда говорю об этом прямо. Ну а когда прямо об этом сказать не могу, то по крайней мере намекаю. Данный случай не совсем относится к такой ситуации. Побежал снимать следующее видео специально для вас, ну а вам, друзья мои, искренне желаю везения, ну а главное мира и спокойствия. Пока-пока!